сейчас бегло расскажу, как сэкономить приличную сумму денег, а также нервов. Вот здесь вы видите цены. А вот за сколько можно купить уже на месте в вашем Леруа. Будем скрывать аккуратнейшим образом. Такая вот вещь многим нужна будет для рабочего стола, там, например, положить в пенал можно. В общем, на все случаи жизни. Для того, чтобы распаковать нож, нужен нож. Так. Ну и, собственно говоря, снимаем. И у нас будет вот такой хороший канцелярский нож. Тоненький, на 9 миллиметров, еще и фирменный, хорошо фиксирующий. Его можно повесить куда-нибудь там, я не знаю, на тетрадку, где-нибудь в рюкзаке, в карман, например, засунуть можно. И он очень превосходно режет из коробки. Его не нужно точить. Можно будет подломить лезвие вот этой вот частью. Либо же поменять. Вот такая вот хорошая штука. Вам на заметку. Кому было полезно, могут взять и заказать на сайте, потратив немного больше денег, времени за ожидание и всего остального. А кто не хочет, может пойти в Леруа и приобрести себе данный инструмент. Всем пока!